смотрим, что у нас в этой коробочке. А здесь у нас... Это чернильница. Причем пустая. Я думала, она будет с чернилами. Что у нас здесь? О, чернила. Написано «Неро». Черная. Так, еще одна. Это стеклянные наконечники. Сейчас достану, покажу. Вот этими наконечниками очень удобно писать. У меня один такой сломался, точнее разбился. Они очень хрупкие, их надо беречь. Но они правда очень удобные. Очень хорошо упакованы, так что не разобьются. Еще раз повторяюсь, очень хрупкая вещь. Очень. Но очень удобная. А здесь, друзья мои, стеклянная ручка. Вот она. Но явно мурана. Один стеклянный наконечник красного цвета. Так, чернила. Наконечники для перевой ручки. Вот. И здесь еще один. Правда, он не стеклянный, металлический, очень большой.